Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас! С началом лета, с теплом. Это лето необыкновенное. Оно, можно сказать, литературное, потому что проходит под знаком юбилея Александра Сергеевича Пушкина. И, конечно же, под знаком нашего любимого Ивана Александровича Гончарова и других сибирян, юбиляров, о которых мы сегодня будем говорить в литературной гостиной. А наш гость... старший научный сотрудник Ульяновского областного краеведческого музея Ирина Вениаминовна Смирнова. Спасибо, Ирина Вениаминовна, что вы к нам пришли в литературную гостиную. И я должна сказать нашим телезрителям, что вы, у вас много научных интересов, и мы сегодня коснемся нескольких. А вот то, что вы почти 40 лет проработали в музее Гончарова и долгое время возглавляли этот музей, ну и, в общем-то, участвовали в создании в историко-мемориального центра Гончарова, это дорогого стоит. И, конечно же, наверное, мы все-таки начнем с Гончарова. Это ваша главная тема, ваша любовь. Я заметила, что наши научные сотрудники этого музея все очень любят Гончарова. Наверное, и как писателя, и как человека. Вот чем он вас всех обаял? Что в нем такого? Ну, я думаю, что я могу говорить только о себе, потому что Гончаров слишком, так сказать, многогранен, да, и каждый, наверное, что-то находит свое. Но хочу сказать, что действительно я около 40 лет проработала в музее Гончарова. Сейчас уже вот 4 года не работаю именно вот в музее, но в краеведческом музее остаюсь. И тем не менее я себя считаю все равно сотрудницей музея Гончарова. Гончаров меня не оставляет. Чем больше узнаешь эту личность, читаешь его романы, читаешь его другие произведения, чем больше погружаешься, тем больше чувствуешь вот масштаб этой личности, размах этой личности, философскую глубину произведений Гончарова. Не случайно он еще при жизни стал классиком мировой литературы после выхода в свет романа «Обломов». И такого героя, как Обломов, в русской литературе удалось создать только Ивану Александровичу Гончарову. Но мы не только его как писателя узнавали, так сказать, но только сотрудники музея Гончарова, по сути дела, когда мы начинали эту работу, еще в 1975 году, указ о создании музея был принят, и тогда началась работа по воссозданию биографии писателя. И, по сути дела, в нашей стране музей Гончарова в Ульяновске единственный, и его сотрудники как раз занимались изучением буквально по дням, по шагам каким-то, да. Очень много белых пятен и до сих пор в биографии писателя. Изучали мы и историю семьи Гончаровых, и тоже много чего открывали. И каждый найденный факт делал понятнее романа Гончарова. Как у любого писателя, они автобиографичны. Ирина Вениаминовна, вот о Гончарове, конечно, мы можем говорить часами, но я хочу остановиться еще на одной вашей любви. Это все-таки, наверное, Екатерина Максимилиановна Кендякова Персифринч, которой вы занимаетесь очень много. И в свежем номере, июньском номере, он у нас тоже тематически литературный, есть ваша новая статья о Персифринч. Вот мне хотелось бы, чтобы мы поговорили, поскольку тем более, что юбилей. Вот что это за женщина и что она действительно сделала для нашего города, и почему она вас тоже так трогает, ваше сердце? Ну, женщина, конечно, незаурядная, и она достойна того, чтобы как бы знать о ней, знать ее биографию. В свое время интерес мой к ней был чисто практическим. То есть мы в Веновской роще проводили гончаровские праздники и водили по роще экскурсии гончаровской беседки. И все знали, что эту беседку установила Екатерина Максимилиановна Персифринч. И, как говорится в одном стихотворении, больше не знали о ней ничего. То есть мы подходили к беседке. О Кендяковых мы знали, ими занимались наши краеведы. И Александр Николаевич Балахинцев на свою книгу «И жизнь не след оставили своей» начал с главы именно о Кендяковых, приверженцы вольности. Но о Персифринч не было никаких ни в газетах, ни в каких других исследований вообще. Вот, и даже в одной газетной публикации кто-то из наших журналистов тогда, вот, в 80-х годах, написал, что Кендяковы в конце 19 или в начале 20 века продали Виновку, Кендяковку иностранке. Персифринч. Сама она Кендяковка. Да, Кендякова. Вот так.
Ну вот. И я тоже задумалась, а почему Перси Френч? Почему? Как изменилась фамилия? Куда делись Киндиаковы? Вот. И вот тогда вот на волне этого интереса, что просто нужно водить экскурсии, и нужно о ней рассказать, что это за женщина. Я отправилась в архив, ни на что не надеясь, в наш Ульяновский областной. Вообще не представляла, что есть ли там что-то. Оказалось, там целых два фонда. И дедушки Александра Львовича Киндиакова, и ее самой, Екатерина Миксиановна Перси Френч. Вот. Но я, когда посмотрела описи, я поняла, почему краеведы не очень-то обращаются к этим фондам. Они стоят в основном из писем. Из писем на французском языке, некоторых на английском языке, и писем практически без перевода. Очень много переведено, некоторые с подсрочными переводами, какие-то вообще не переведены. Есть недатированных много, они, естественно, не все сохранились, большие лакуны получаются. Вот. И вот по этим крупицам создать биографию, конечно, было очень сложно. Я думаю, что у меня ушло, наверное, лет 5-6, только для, чтобы дважды перелопатить эти письма и делать какие-то выписки из них, и попытаться как-то вот более-менее точную биографию составить. Но, как оказалось, интерес Екатерине Максимовне был не только у меня. Я начала ходить в архив где-то в 1985 или 86 году. Вот. А в 1988 году в Англии, в Ирландии точнее, некая госпожа Джин Ломбард нашла два письма Перси Френч в книге, вложенные 1919 года, рассказывающие очень подробно большие письма, адресованные кузине Перси Френч, баронессе Полин де Стэкпол и ее мужу Джорджу. И она рассказывает в письмах о том, что с ней произошло в Симбирске во время революции. А что это за интересная и удивительная женщина? Ну, да, она же не ирландка, вот она вся русская, насквозь да, русская. Да, вы правы, да, совершенно. Немножко расскажите. Да, потому что, да, так сказать, биографию. В жилах Перси Френч живет, течет кровь русская. Киндиаковых. Она потомок Киндиаковых, да. Ее дедушка Александр Львович Киндиаков, владелец Винновки. Бабушка полька, Эмилия Александровна Скребицкая, урожденная. И отец ирландец, то есть мать Перси Френч наполовину полька получается. И отец ее Роберт Максимилиан Перси Френч, ирландец. Ирландский дипломат из очень старинного тоже дворянского рода. И в 1863 году женился на Софье Александровне Киндиаковой, дочери Александра Львовича. Свадьба, сначала, так сказать, регистрация, скажем так, брака происходила в британском посольстве в Париже, потом венчание в церкви Александра Невского в Париже, православной. Пишут, что были очень пышные торжества. А служил Роберт Максимилиан в это время в Брюсселе, в Бельгии. И то есть молодую жену увез в Бельгию. И через год, по всей видимости, в Брюсселе родилась их единственная дочь, которая была крещена по католическому обряду и получила имя Кэтлин, Эмилия, Софья, Александра, Перси Френч. То есть имена всех ее родных в этом имени были перечислены. Но, как я теперь понимаю, практически скоро родители ее расстались. Они, так сказать, не ужились. Вот, я не знаю, развелись ли они, но, по крайней мере, вместе буквально уже через два года в одном из писем слово «развод» уже прозвучало. Вот так вот. Я так понимаю, что детство свое ранее Екатерина провела с бабушкой и матерью в основном за границей. Приезжали в Киндиаковку, опять уезжали. То есть вот так вот. И вот такой факт интересный, что по настоянию отца Роберт Максимилиан никогда дочь свою не забывал, не оставлял. В 12 лет ее поместили в закрытый католический пансион при монастыре Тринита дей Монти, это Рим, в Риме, и там она училась, и первое причастие, конфирмацию тоже прошла, вот, и, насколько я понимаю, уже только в 1880 году, в 16 лет, она вернулась в Симбирск. Но ситуация в семье была непростой, надо сказать, всем имением и имуществом заведовал Александр Львович Киндиаков, дедушка, но в 1884 году его не стало. Он умер, и унаследовали имение бабушка Эмилия Александровна и мать Софья Александровна Перси Френч. Но, насколько мне стало понятно из писем, прочитанных в нашем архиве, они ни та, ни другая, в общем-то, не умели заниматься хозяйством. Бабушка практически все время жила за границей, очень любила Висбаден. Вот, а мать совершенно не умела тратить деньги, считать деньги. Вот, с самого
первого момента замужества ее упрекает Эмилия, значит, Киндякова, ее мать, в том, что деньги у нее просто не держат, она их не считает. И деньги уходят, как вода сквозь пальцы, и уже большое приданое, которое было дано, уже его практически нет. И то же самое продолжалось и здесь. И со временем Екатерина поняла, что ей надо брать все в свои руки. Вот. Она отличалась в подростковом возрасте, как было написано в одном из писем, характеристика такая, своенравным и необузданным характером. Вот. Потом, я так понимаю, это несколько сгладилось. Все-таки это подростковый такой максимализм был какой-то. Но силой воли и сильным характером она по-прежнему обладала. Вот. Ей тут пытались преподавать музыку и пение. Ну, естественно, она этим занималась. Но это не вошло, в конце концов, в круг ее интересов. Вот. Преподаватели были уволены, чтобы зря не тратить на это деньги. Вот. А она, наоборот, научилась отлично ездить верхом. 17 лет научилась стрелять и занялась охотой. Да, и сельским хозяйством увлеклась в итоге. Ведь, да? Да. Дело в том, что она прекрасно понимала, что имения близки к разорению киндяковские. Вот, они заложены, перезаложены, и мать делает все новые долги и снова закладывает эти имения. И, в общем-то, она как бы потребовала, поставила вопрос так, чтобы ей эти имения передали. И действительно, ну, она это сделала опять по-своему. То есть она уехала к отцу за границу в 1884 году и отказалась возвращаться. Вот. И привела такую твердость, что и бабушка, и мать вынуждены были согласиться, чтобы вернуть ее в Россию. И вот в 1885 году ей исполнилось 21 год, она стала совершеннолетней. И дарственное получила и от бабушки, и от матери на управление Киндяковкой, имением Отрады, сейчас это в Ульяновской улице Отрадная, вот, и имением Головино в Сызранском уезде, где, собственно, жила ее мать Софья Александровна. А Екатерина вот обосновалась в Киндяковке. Вот так вот. И, конечно, она была совершенно молодой, ей было 21-22 года. И в одном из писем я прочитала, что, несмотря на необычность ее положения, в Симбирске к ней все относятся хорошо. И она заслужила как бы это. А почему, я задумалась, а почему да, хорошо? Да, да. Наверное, это было очень необычно. Вообще хозяйством, сельским хозяйством занимались мужчины. Это передовые технологии ведь занимались, она использовала. Занимались мужчины, отцы да, семейств, да, да. Я не знаю, деды семейств. Да? А тут молодая женщина, незамужняя, одна, так сказать. И она вот за это берется. В принципе, ей пришлось очень трудно, потому что она не просто занималась сельским хозяйством, но она спасала от разорения Головино, где жила ее мать. Она по-прежнему подписывала массу векселей, занимала деньги, и нужно было, в общем, эти долги выплачивать. И Екатерина Максимовна пишет о том, что ее обычной жизнью, обыкновенной в Симбирске, было хождение по банкам, по адвокатам. Вот, и ее дядя, как она его называет, письма дядюшка барон Стремфельд, пишет, что ты опять вынуждена сейчас ходить по банкам и обращаться к тем людям, ну, как бы деньги просить в долг для закрытия каких-то вот таких вещей, которым бы я руки не подал. А ты должна идти, унижаться и как бы просить. Потому что нужно было за этот вексель заплатить или продлить его, какие-то проценты и так далее. Вот она молодая совершенно девушка этим занималась. Вот. Но зимой она отдыхала, уезжая к отцу за границу. Вот он служил дипломатически. Но она могла ведь вообще безбедно там жить, да, не возвращаясь да. сюда. Если бы продала симбирские имения, да. Отец это ей предлагал. Вот когда ей исполнилось 25 лет, в 1880 году, он приехал сюда, в Симбирск, два месяца прожил в Киндяковке. Вот, ну, дочь с таким, в общем, небольшим юбилеем нужно было, так сказать, поздравить. Вот он жил здесь, и когда уехал, потом написал ей в письме, что самая моя большая печаль вот моих, так сказать, вот таких лет, о том, что ты вот до сих пор не замужем. И мы обсуждали этот вопрос с родственниками английскими и считаем, что это действительно проблема, потому что тебе нужен белый дрозд. Такая диковинка, и найти его очень сложно. В Симбирске тебя никто не достоин в таком вот смысле, а из Европы достойные тебя в Симбирскую глушь не поедут. Ну и так, в общем, на самом деле получилось. Вот. Екатерина Максимовна действительно очень много вкладывала, как она пишет, в землю, очень мало тратила на себя. И те, кто думают, что она действительно жила, она сразу была такой богатой и расточительной, все, ничего подобного. Вот. Но я так понимаю, что вот русская природа, русская кровь победила. В какой-то степени победили. Хотя она себя завещала все-таки похоронить в Ирландии.
И вот та ирландская книга как раз там говорят о том, что вот этот выбор ее быть похороненной в Ирландии говорит о ее как бы ориентации все-таки на Англию, на Ирландию. Но вот на самом деле, я думаю, что она попросила перед смертью, чтобы ее отпевали два священника, и католический, и православный. То есть она себя, видимо, считала все-таки и ирландкой, и русской. И вот все-таки, Ирина Вениаминовна, для Симбирска она сумела очень много сделать. Вот давайте мы напомним, про беседку сказали, да, но в годы Первой мировой войны это же тоже героический поступок. Вот. Ну, вы знаете, я вот как раз много сейчас говорила о том, что она не очень была богатой долгое время, да, сводила концы с концами, можно сказать. Но в 1902 году умирает ее мать, а до этого умерли ее родственники. Вот бароны Стренфельды, которые жили в Теринге, и вот, значит, бабушка ее. Вот, и, наконец, вот умирает мать, и она становится единственной наследницей и Скребицких, и Стренфельдов, и Кендиаковых. И в результате у нее 14 имений. Конечно, обремененных долгами. Вот, она часть имений продает, потом с ними нужно было просто справиться. Она сама же не управляла, были управляющие в ее имениях, но нужно было контролировать, следить и все. То есть у нее такой очень практичный характер оказался, ну, вот, на самом деле. Она оставила примерно половину имений. В 5 из 7 имений были барские дома, большие, наполненные коллекциями столового как фарфора, бронзы, картин и так далее. Вот. И вот именно с 1903 года, я просто посмотрела по документам, начинается ее благотворительная деятельность. Она становится покровительницей, председательницей многих общественных организаций Симбирска, ну, например, там, музыкально-драматического художественного общества, то есть стипендиаты общества учились в московских, ну, в столичных учебных заведениях, выставки устраивались, концерты и так далее. Но что такое попечительница? В общем-то, информацию дает интернет об этом, то есть это люди, которые участвовали в решении каких-то вопросов этого общества, но главное, они финансово это общество поддерживали. Вот. Екатерина Максимилиановна много делала для народного образования Симбирской губернии. В своих имениях Головино и Теринга, которые отошли, она построила школу для детей. И она стала сначала просто вступила в общество христианского милосердия Красного Креста, а потом, в конце концов, в 1907 году его возглавила. И вплоть до революции. То есть в течение 10 лет она возглавляла и была очень авторитетной, такой особой вообще в Симбирске. Например, достаточно сказать, что из 140 членов Симбирской ученой-архивной комиссии она была там единственной женщиной, избранной в эту комиссию. Да, других женщин там не было. Вот. А вот общество Красного Креста еще в годы русско-японской войны помогало солдатам, собирали для них одежду, собирали какие-то медицинские такие вещи, потому что общество Красного Креста – это медсестры, медицинские сестры, которые готовились. Вот. А особенно, конечно, в годы Первой мировой войны. Вот. То есть тут просто наш Красный Крест, ну, развернулся, если можно сказать, во всю ширь, да. То есть и готовили сестер Красного Креста, и 3 госпиталя в Симбирске было. Причем 4-й госпиталь Перси Френч у себя в имении Теринга немедленно потребовал организовать, освободить дом в Теринге, в ее имении, потому что первые раненые, война началась, мы знаем, вот в июле 1914 года, уже 27 августа первые раненые поступили в Симбирск. Вот. И в доме Перси Френч на улице Ленина она приобрела этот дом, сейчас там облвоенкомат находится, она приобрела этот дом в 1903 году. Вот. Там работал Красный Крест, потому что все симбирские здания, которые, возможно, были отданы для раненых. И просто я даже читала такие вещи, что симбиряне писали такие предложения, что берем на себя обеспечение 2 раненых. То есть 2 раненых к себе домой забирали, полностью их обеспечили всем необходимым. То есть такой вот был высокий патриотический подъем в 14-15 годах. Вот Екатерина Максимовна возглавила вот это вот движение, значит, симбирское наше ополчение –
было на Западном фронте, и для него собиралось все необходимое, то есть госпитальные койки, одежду, там, обувь, медикаменты, естественно. И она сама выезжала в расположение полевых фронтовых госпиталей и своими глазами видела вот все ужасы войны. Все это она наблюдала. В принципе, она сама в 1897 году закончила курсы медсестер и сама все это, так сказать, понимала, что происходит и что это за раны. И, в общем, наверное, и сама могла ухаживать за ранеными тоже. Ну, вот когда произошла революция, она же подвергала себя опасности. Она могла быть вообще репрессирована и, может быть, расстреляна. Помогло ирландское подданство? Ну, вы знаете, тут вот опять, когда читаешь вот эти письма 1919 года, понимаешь, что она очень верила в закон. Она была великобританской подданной. И она была абсолютно уверена, что это ее защитит. Она с женщиной была смелой, решительной, и она не боялась того, что происходит. Хотя симбирские дворяне и все, кто, так сказать, мог, из Симбирска постепенно уезжали. Но, с другой стороны, совершенно по-человечески понятно, что ей было жалко своих трудов, что называется, да, того, что она вложила. Вот, она писала о том, что ее состояние перед войной оценивалось в 50 миллионов рублей. То есть это огромная, это колоссальная цифра. Но, конечно, это не в ее кармане лежали. Это все в землю вложено, в леса, в строение, в коллекции. Вот, то есть это абсолютно фантастическая такая цифра большая. И она потом никто ж не знал, сколько это продлится. Вот, возможно, это скоро закончится. И она оставалась здесь. Вот, она писала с большой горечью о том, что на ее глазах, по сути дела, в течение нескольких дней были разрушены ее имения. То есть дома сожжены, сломана сельскохозяйственная техника, там перерезан скот. Она шла на все, чтобы в Симбирске остаться и спасти свой дом и свои коллекции. Вот. Ей однажды объявили, что 38 человек в ее дом Носковской вселит, и она пусть не надеется, что ее оставит одну комнату. Она комнату делила с солдатом, который, как она пишет, тут же ее обворовал. Вот. И комнату у нее отберут, если она не будет работать, тунеядка. Вот. Она тут же немедленно обратилась в администрацию Волго-Бугульминской железной дороги и туда устроилась разносчицей пакетов. Об этом сообщали симбирские газеты. Она не боялась работы, получается. Ей 53 года было. Исполнилось во время революции. И вот она... Но не спасло это ее совершенно. Вот все-таки она была арестована в Симбирске в октябре 1818 года. Вот отправлена в тюрьму симбирскую, женскую, еще с тремя или четырьмя женщинами содержалась там 2 месяца. И в ее письме даже такая фраза звучит. Вообще она пишет своим родным, что она положилась на волю Господа. Она все время молилась и считала, что он ей помог. Однажды ее вывели на расстрел. И на счет три в это помещение вбежал офицер и вывел ее. К сожалению, она не пишет, где это произошло, в Симбирске или в Москве. Происходит чудо. В камеру вводят девушку, переболевшую тифом. До конца она не выздоровела. И женщины начинают возмущаться, они боятся заразиться. И приходит к их камере заместитель председателя ВЧК Ян Петерс. И как пишет Екатерина Максимовна в письме, я тут же к нему обратилась на английском. И как истинная ирландка высказала ему все, что я думаю, потому что я не знаю, за что меня арестовали, мне не предъявляют никаких обвинений. Вот. И он ушел. На следующий день, как она пишет, меня освободили. Без извинений, без объяснений. Вывели на Январскую улицу, Московскую. Вот в том, в чем я была. Я была уже так похожа на скелет. Но, как оказалось, в Москве у меня по-прежнему еще остались друзья. На первым делом обратилась к французскому священнику, который ее приютил, обогрел. Так сказать, самое для меня главное – это была горячая ванна. Накормил. А потом датский Красный Крест, в общем-то, ее знали как деятельницу Красного Креста, приютил, и она стала сестрой милосердия датского Красного Креста. Вот. И как она завершает письмо, сейчас я вот стою в чужом коричневом платье, в стоптанных башмаках и с чужим носовым платком в руках. Вот как я сейчас выгляжу. Вот. И год она прожила в Москве, вот, в датском Красном Кресте,
Вот. И затем правительства Англии, Франции и других стран начали процесс репатриации своих подданных. И также вот англичане, так сказать, ее репатриировали, перевели вначале в карантинный лагерь в Финляндию. Потом она уехала в свой замок, который унаследовала после смерти отца, в Англию. Но остаться ей там не удалось, поскольку она там не жила. Отец ее скончался в 1896 году, и она разрешила там жить своей двоюродной сестре и дяде своему, вот, Розамонд Френч, которая ее, ну, как сказать, не приняла, да. Вот, она сказала о том, что уже 25 лет ее здесь никто толком не видел, что местные крестьяне-арендаторы считают Розамонд владелицей Маневей, и, в общем, она персона нон грата. Да, она могла бы официально, конечно, отстоять, наверное, свои права. Да, юридически она, все права, да, были на ее стороне. Угу. Но, знаете, вот как здорово, что она оставила нам Гончаровскую беседку, да, и мы вернулись сюда, в Кендиаковку, и вспоминаем Гончарова каждый год благодаря вот этой беседке во многом. Ну что ж, у нас такой интересный получился рассказ. Я думаю, кто не знал Перси Френч, тут познакомился. Спасибо вам огромное, что вы посетили нашу литературную гостиную. Надеемся, что это не последний раз, что вы еще раз придете сюда. А я желаю вам, дорогие телезрители, хорошего лета. Почаще бывать на воздухе, в красивых местах, обязательно в Виновской роще. И если будет возможность почитать, то возьмите в руки «Обрыв» Гончарова и начните заново читать, погружаясь вот в эту романтическую атмосферу и сопоставляя какие-то политические факты с тем временем, с нашим временем, чтобы ответить на те вопросы, которые вас волнуют. Всего вам доброго, хорошего лета! Thank you.